Ташкент планирует нарастить товарооборот с Баку. Есть ряд перспективных проектов в области текстиля, производства бытовой техники и стройматериалов. Об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Делегацию принял лидер Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, экономические реформы в Узбекистане приносят конкретные результаты. Стороны выразили уверенность, что активное взаимодействие будет продолжено и в будущем. И сегодня же открылся второй Азербайджано-Узбекский межрегиональный форум. Ключевые сферы сотрудничества – туризм, транспорт, сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль.